Первый всемирный фестиваль боевых искусств «Тафиса» пройдет в Ульяновской области с 13 по 17 сентября 2019 года. После завершения России спортивной державы у ульяновцев есть меньше 11 месяцев, чтобы достойно подготовиться к мероприятию мирового уровня. Что для этого нужно, обсуждали сегодня на оргкомитете. Для начала напомним, что «Тафиса» – организация, деятельность которой направлена на поощрение физической активности ради здоровья и международного сотрудничества. Несмотря на то, что сам фестиваль продлится 4 дня, приуроченные к нему мероприятия будут проходить в течение всего следующего года. По словам Сергея Морозова, необходимо промониторить ульяновские площадки, где будут проводиться состязания по разным видам спорта. Не исключена возможность строительства новых спортобъектов. Я думаю, что мы могли бы продумать вопросы, и это в процессе сейчас обсуждения бюджета на ближайшие, так сказать, как минимум 3 года, запланировано строительство нескольких таких спортивных комплексов. Идет активный набор волонтеров. Благодаря договоренности правительства с некоторыми языковыми школами, добровольцы смогут бесплатно подтянуть иностранный язык. В это же время организационных вопросов остается более чем достаточно. Их на комитете озвучил Александр Смекалин. К проблемам относятся непроработанный пакет участника, сайт фестиваля и план информационного сопровождения. Заметили, все должны понять, что в Ульяновске проходят всемирные игры профессии. Мы сами его до конца не понимаем, что такое ТАФИС и для чего это нужно, да, и вынуждены признать, что пока, с точки зрения массовых мероприятий, информационной составляющей, это не наш конек. После оргкомитета губернатор лично побеседовал с министром спорта Николаем Цукановым, где еще раз подробно озвучил задачи на ближайшее время. В том числе попросил не затягивать с подготовкой основных документов. Дорожная карта по подготовке и проведению первого всемирного фестиваля боевых искусств должна быть готова практически уже к концу недели. Она уже много раз обсуждалась. Выверяйте еще раз сроки и будьте добры мне к концу этой недели, либо в начале следующей недели, чтобы документы у меня уже были на подпись. От частного перешли к общему и обсудили развитие отрасли в целом. Решено ежегодно проводить региональный спортивный форум с участием как опытных, так и молодых спортсменов. В ближайшее время мы посвящаемся с коллегами из федерации, либо с экспертами нашими, и учредим ежегодный ульяновский региональный спортивный форум, чтобы мы проводили своеобразную выставку достижений народного хозяйства и одновременно, так сказать, там обсуждали все очень важные вопросы. Глава региона предложил профильному ведомству проработать вопросы материальной поддержки спортсменов, закупки формы для воспитанников и тренеров спортивных школ. Дарья Сударева, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды.